Комиссия одесских архитекторов подвела итоги многомесячного конкурса проектных работ по возведению памятника воинам АТО. Специалисты отдали первенство работе скульптора Александра Токарева. Он в течение 4 месяцев работал над проектированием мемориала. Памятник будет установлен на аллее возле здания Одесской облгосадминистрации. Однако, когда это произойдет, создатели проекта не говорят. Колонна – это тот сакральный путь каждого вот сюда, в этот тонкий мир. Как видите, это три таких вот яруса, назовем их так. Это ангельский, это путь. А вот здесь всякий, кто воевал в зоне АТО,